Никаких комментариев, никаких подробностей. На въезде в деревню Горки дорожно-транспортное происшествие. Сотрудники ГАИ отказываются от каких-либо комментариев. Приблизительно в 11:40 произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стало сразу три автомобиля. Автомобиль Nissan Juke вылетел на встречную полосу. Его осколками усеяна вся дорога и обочина. А автомобиль Kia Optima от удара вылетел вправо на обочину. Вообще опасно часто. Вот, часто бывает. Ну, не справляется с управлением, но нормально. Аварии еще не было пока. Вот это первое. ДТП произошло. Все. Нет, никто не погиб. Нет? Нет, погиб. По чьей вине? Вот устанавливается. Устанавливается? Да. А вы можете нам описать схему, как случилось? Нет, не могу. Без комментариев. Комментариев нам так и не удалось добиться. Пресс-служба тоже молчит. Какую-либо информацию удалось узнать от пассажирки автомобиля Kia, который двигался со стороны города Домодедово и ненароком стал участником аварии. Виноват таксист. Таксист? Да. А что он? Он сзади затормозил и въехал в белую. Его вытолкнул нас сюда, на проезжую часть. На встречную полосу. В результате один участник аварии с черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу. Юлия Погосян, Евгений Петров, Лена Кошелева, Видное ТВ.